КАИБ точно и быстро посчитает голоса избирателей, поможет сформировать и распечатать протокол с итогами голосования. В Курской области используется техника 2017 года выпуска. На 110-м участке 13 сентября задействуют 110 электронных урн. На всех избирательных участках в железнодорожном округе города Курска, таких участков 30, в Сеймском округе города Курска на 62 избирательных участках, в 10 избирательных участках города Щегры Курской области и на территории Курского района в 8 избирательных участках. Обработав бюллетени, КАИБ сформирует протокол с машиночитаемым кодом. Данные с участков будут стекаться в автоматизированную систему для подведения итогов. Что касается точности электронной урны, бюллетени из КАИБа периодически пересчитывают вручную. И специалисты не припомнят такого, чтобы количество голосов не совпало с тем, что насчитал КАИБ. Все, что касается потери голосов, это, конечно, страхи людей. На самом деле ни один голос не потеряется, потому что техника сертифицирована всеми соответствующими органами. На них есть, если коробочку открыть, там и сертификаты соответствия, и лицензии ФСБ. Поэтому в этом отношении у людей не должно быть сомнений. С помощью КАИБов посчитают и голоса тех, кто пришел на участки досрочно 11 и 12 сентября. Эти бюллетени загрузят в электронные урны после 20:00 13 сентября, то есть когда завершится голосование. Вероника Викторова, Геннадий Воробьев, «События дня».